теоретической физике ради наглядности расчеты ведутся преимущественно с дифференциалами. In der theoretischen Physik wird ihrer anschaulichen Bedeutung wegen verzugsweise mit Differentialen gerechnet. В теоретической физике. In der theoretischen Physik. Теоретической физики, физик. Расчеты ведутся. Wird gerechnet. Ради наглядности. Ihrer anschaulichen Bedeutung. Ради, wegen. Их, ihrer. Наглядного, anschaulichen. Значение bedeutung. Преимущественно verzugsweise с дифференциалами mit Differentialen. В теоретической физике ради наглядности расчеты ведутся преимущественно с дифференциалами. In der theoretischen Physik wird ihrer anschaulichen Bedeutung wegen Verzugsweise mit Differentialen gerechnet. Из-за всеобщего интереса мы займемся здесь этим вопросом несколько более подробно. Из-за всеобщего интереса. Des allgemeinen Interesses willen. Из-за willen. Всеобщего allgemeinen интереса. Interesses. Мы займемся wollen wir beschäftigen. Займемся wollen beschäftigen. Мы wir. Мы займемся wollen wir uns beschäftigen. Мы займемся. Так. Здесь, here, несколько, etwas. Подробно, ausführlicher.
этим вопросом, mit dieser Frage, этим, dieser, вопросом, Frage. Из-за всеобщего интереса мы займемся здесь этим вопросом несколько более подробно. Des allgemeinen Interesses willen wollen wir uns hier etwas ausführlicher mit dieser Frage beschäftigen. Так, ну вот, как бы, прокручивайте это постоянно вот для русских слушателей, говорю, и для, ну и для немецких. Вот, и постепенно даже какие-то непонятные вещи я буду расшифровывать там в дальнейшем, и вы выучите весь язык. Да. Ну, я как бы в плане того, что, видите, вот как бы я даю расшифровку каждого слова. Вот, я там не лазю в словарь, я, поверьте на слово, я как бы, у меня все это в памяти, как там, что, вот. Ну, я еще хотел бы такой момент заострить, что, ну, вот, как только на моем канале появилась политическая тема, YouTube отключил мне монетизацию. Ну, я, может быть, и сейчас и не жалею, потому что хотя мне несколько было так, ну, неприятно какой-то момент. А теперь я вот смотрю, как там заполнено, забиты ролики другими как бы рекламными материалами. А я буду тоже, наверное, немножко такую более, мне кажется, осмысленную рекламу, которая поможет людям реально. Ну вот я сейчас действительно могу поспособствовать человеку, вот, который соображает в робототехнике. Вот вопрос там касается колокольных звонниц электронных, вот, которые управляются компьютерами. Вот я могу сейчас как бы человеку помочь трудоустроиться, может быть, в виде консультанта или постоянного сотрудника. Так что, если что, пишите. Ну, как бы, всего доброго.